Саш, ну, во-первых, поздравляем с подписанием контракта. Расскажи, почему так долго шли переговоры, что, в чем были сложности? Спасибо большое. Ну, переговоры вообще всегда вещь нелегкая, и они откладываются всегда. Ну, не все контракты сразу же подписываются, некоторые откладываются на подольше. Не знаю, таковы были решения и клуба, и агента, и мои, что решили, видимо, затянуть этот процесс. Так что никуда никто не спешил, во-первых. Никуда никто не спешил, и просто все четко было. Не знаю, все своим чередом, короче, шло. Вот так вот. Павел Лысенков. Саша, привет. Всегда интересно знать подробности, как происходит обмен игрока из клуба в клуб. В какой момент его застает эта новость? Панарина, когда обменяли в Коламбус из Чикаго, он что-то там чуть ли не на рыбалку собирался, прям все бросил, был в шоке первые сутки. Как все это было с тобой? Ну, я спал вообще в это время. Меня обменяли вообще, наверное, где-то в 3 часа, в 2.40 с чем-то меня, в 2.45 где-то меня обменяли. То есть я об этом узнал только... Мы типа там спали с женой там до 11 где-то так. Она меня разбудила и сказала, что нас обменяли. Я такой, да хорош, типа, такого не может быть. Давай иди дальше спать, не отвлекай. Что-то типа того. Ну, на самом деле, ну, когда я уже понял, что это нифига не шутки никакие уже. Вот, было... Ну, был шок сначала, потом такой, ладно, ну, это хоккей, все бывает, и мой обмен не первый, мой обмен не последний, и таких еще будет тысячи. Но было, на самом деле, просто это, как сюрприз такой небольшой для меня случился, что неожиданно, конечно, вообще. И какая самая главная головная боль с этим связанная, потому что надо вещи перевозить, вот эти все фирмы заказывать, что это там было? Ну, слава богу, у меня отличный агент, который помогает с этим вообще безукоризненно. Но да, на самом деле это все тяжело. Это надо... Там была квартира, которую нужно было закрыть аренду. Надо найти здесь жилье, надо перевезти машину, перевезти все вещи, которые мы покупали для той квартиры, перевезти, в принципе, все вещи, которые были в Монреале, и закрыть все вот эти вопросы. Это нелегкая тема. Рустам. Да, Саш, приветствую. Ну, наверное, насущный вопрос. Даже я удивился, почему не спросили его раньше. Были ли предложения тебе от ЦСКА? Насколько реально была возможность твоего возвращения с учетом того, что так долго затянулась эта история твоя с обменом? От вопроса такого даже рухнул. Добрый вечер. На самом деле никакого вообще никаких переговоров не велось. Это все какой-то вброс был непонятный. Я сам удивился, когда это прочитал. Ну, и в планах не было возвращаться в Россию. В ЦСКА были предложения с НХЛ, поэтому просто это утка, вот и все, не было таких вообще переговоров. Даниил. Саш, поздравляю еще раз с контрактом, привет. Собственно, хотел задать тебе такой вопрос. В российских школах учат очень много и часто перебирать шайбу. Вот ты поиграл в НХЛ, был даже в финале. Вот, насколько это актуально и эффективно? Добрый вечер. Ну, опять же, кому как. То есть есть игроки, которые супер техничные, с прекрасным скиллом, которые могут на маленьком
точнее, на маленьком льду, то есть обыграть, что-то сделать. Это кому как на самом деле. Если есть опытные игроки, там защитники какие-то, которые и не перебирая шайбу только за счет одной головы, там приема, передачи, броска играют и набирают по 50, там 60 очков и котируются как одни из самых сильнейших защитников. Это, то есть, каждому свое, но просто ее нельзя передерживать, я считаю, но перебирать, хочешь перебирай, хочешь не перебирай, это уже твое, это индивидуально. А тебе приходилось переучиваться, может быть, что-то в этом направлении по-другому переделывать, когда ты уже приехал за океан? Ну, честно говоря, тут, мне кажется, переучиваешься каждый день, потому что очень быстрый хоккей, ребята с очень быстрым правильным мышлением на льду, поэтому приходится подстраиваться под каждый день под новую игру, стараться усовершенствовать свою игру каждый день. Так, Павел Лысенков. Ну да, у меня рука будет все время поднята, там вопросы есть. Такие два вопроса. Во-первых, объясни для широкого круга зрителей, что такое Лонг-Айленд? Потому что понимают люди, что такое Нью-Йорк. Лонг-Айленд – это типа такая Рублевка или очень отдаленный какой-то район Нью-Йорка? Ну, Рублевка – это, конечно, я не знаю, Рублевка – это не Рублевка. Я не знаю, как на самом деле местные котируют это место, но это как полуостров, который находится прямо в 45 минутах от Нью-Йорка. То есть, получается, Нью-Йорк идет вот так вот, а Лонг-Айленд прямо вот здесь вот находится, такой аппендикс такой Нью-Йорка. Вот. Доехать до него, наверное, 45 минут, но с учетом пробок, которые здесь на самом деле постоянно, мы даже никогда еще в Нью-Йорк-то не ездили, хотя я здесь уже две недели. Вот, мы даже не пытались доехать до Нью-Йорка, потому что постоянные пробки, где-то час 20 ты только потратишь в одну сторону. Вот. Ну, ты заранее приехал, да, туда? Ну, да, конечно. Ну, чтобы быстрее уже освоиться, быстрее начать уже и знакомиться с партнерами по команде, быстрее уже осваиваться на льду, искать жилье. Легко найти жилье? Там. Ну, нет, нелегко. Совершенно нелегко, на самом деле. А в чем сложности? В чем нюанс? Ну, в чем сложности? В том, что рынок, возможно, и обширный, но особо каких-то подходящих вариантов, на самом деле, тяжело найти. Елена. Да, такой вопрос. Ты, когда говорила об обмене, прям улыбался во все 32 зуба и чувствуется, что доволен тем этим обменом. Расскажи, вот что именно тебя так радует конкретно? Ну, я бы не сказал, что я прям доволен, что меня обменяли с одной команды в другую. То есть это хоккей. И опять же, я не могу быть доволен, я не могу быть расстроен. Если уж такое произошло, то я подстраиваюсь под ситуацию, и, конечно, я доволен сейчас то, что я нахожусь в Нью-Йорк Календерс, и то, что я сейчас часть команды уже, и наконец-то анонсировали контракт, то есть уже наконец-то подписал, и, конечно, я рад, уже не дождусь, когда начнется сезон. Вот, но сам факт обмена, это, ну, никакая не радость, на самом деле, очень много там геморроя, и я не знаю, просто это просто хоккей, это просто я понимаю, что для кого-то там хоккей это там одна команда там до конца жизни, то есть ты сначала так думаешь, а по факту ну это просто бизнес, то есть тебе ты сегодня там, завтра ты в другой команде совершенно, и никого не волнует, что ты думаешь об этом. Дмитрий, у Полины будут вопросы сегодня или как? У Полины не будут, будут у меня вопросы. Ну, давай, пожалуйста. Саш, вот расскажи, насколько важно было подписать вот контракт на 3 года, на 2 года, то есть как вы именно обсуждали по срокам, потому что, понятно, там у тебя пока нет возможности там через год, по-моему, да, офершип, через 2 еще арбитраж, да, там
в общем, насколько важно было по сроку договориться и почему именно 3 года получилось в итоге? Ну, почему? Во-первых, потому что так предложил клуб, потому что вы сами сейчас сказали, что особо у меня никаких прав на оффершит, на что-то типа этого нету. Вот, во-первых, это как бы это хорошая сделка для обеих сторон. И для меня, потому что я рад стать частью команды на 3 следующих года. Это, в принципе, хороший срок. Вот. И для команды, я надеюсь, это тоже отличная сделка. И все две стороны останутся довольными. Вот, поэтому я считаю, что ну, мы особо не договаривались 2-3 года. Нам пришло предложение, мы его приняли. Все довольно было просто в этом плане. Понял, спасибо. Дэн рассказывал, что вы пропустили звонок от Ламарелла, да, как раз. Ты подтвердил, что спал в это время. Да, да, да. Вы в итоге созвонились, о чем поговорили, что он тебе говорил? Да, мы прям, я проснулся, и днем, да, где-то, ну, время не помню, но днем опять созвонились, он поздравил, он сказал, конечно, что обмен это всегда тяжело для игрока, и поздравил, что я теперь часть нового клуба, что они хотят видеть меня в составе и так далее. Про Ламарелла вообще ходят слухи, да, что он такой достаточно суровый гид-менеджер, запрещает бороды игрокам отпускать, Зайцев запрещал желтыми клюшками играть. Тебе какие-то советы давали уже по работе с ним? Ну, это, во-первых, да, это бороды. Это все объясняется тем, что он говорит, что когда бы ты не вышел в общество, так сказать, ты презентуешь команду, и ты должен всегда выглядеть опрятно, всегда должен выглядеть с иголочки. И в первую очередь это касается твоей внешности, поэтому бороды не разрешаются носить. А что-то еще есть, кроме бороды? Ну, я думаю, что волосы отпускать, конечно, до сюда тоже никто не разрешит, но вообще первое, что я узнал, пока что это только про бороды. Вот. Андрей. Так, да, приветствую, Александр. Прошу прощения за задержку. Такой вопрос. Как с Ильей Сорокиным уже успели пообщаться? Что он вообще сказал по поводу подписания контракта? Тем более, что вы все-таки знакомы. Ну, с Ильей, конечно, мы общаемся. Мы каждый день видимся на тренировке. Мы с женой всегда, ну, не всегда так бывает, заезжаем к нему в гости. Вот, так что мы всегда на контакте. Ну, я его уже знаю, еще 2 года мы играли с ним в ЦСКА, и, ну, классный парень, отличный партнер. Что еще сказать? Посмотрим, ничего, конечно, по контракту он не сказал, поздравил, вот, так что, не знаю, отношения у нас нормальные с ним. Можно добавить? Да, пожалуйста. Скажите, раз уж вы теперь часть битвы двух русских вратарей, суперкрутых Нью-Йорка, расскажите, чем Сорокин круче своего соперника? Имеете в виду Шестеркина? Да. Шестеркина, я не скажу, что кто-то из них круче, кто-то из них лучше. Они оба хорошие вратари, которые всему свое время. Там, допустим, Шестеркин выиграл Визину в прошлом году, Сорокину по силам это сделать и в следующем году, и придет время каждого. Я не скажу, кто из них сильнее. Тем более я не играл так много против Шестеркина и не играл с ним в одной команде. Я не могу сказать его сильные стороны, его слабые стороны. Оба вратари хорошие, оба доказывают это, выходя на лед. Павел. Во-первых, твой дедушка один из редких российских специалистов, который работал тренером в НХЛ, в Виннипеге, он прекрасно знает эту лигу. Что он тебе сказал по поводу обмена и по поводу твоего поворота карьеры? Как он отреагировал? Он отреагировал совершенно спокойно. Он, опять же, люди, которые играли
долгую карьеру и тренировали, и в этой системе уже варятся очень много лет. Они понимают, что такое хоккей, что это случается, случаются обмены, случаются переподписания, все, что может, все, что можно случиться. Это бизнес, и никто тебя не будет предупреждать, если так захотят сделать. Поэтому довольно спокойно он говорит, это только шаг вперед, дерзай, доказывай. И мы видели, как... Не, у меня еще один вопрос есть. Мы видели, как ты можешь играть по диапазону защитника, да, там все и в атаке, и подключаться, набирать очки на молодежном чемпионате мира, где ты был признан лучшим защитником. Не считаешь ли ты, что в Монреале тебя использовали немного узко, потому что очень много силовых приемов, не так много очков, хотя ты забивал даже в финале Кубка Стэнли, но не считаешь ли ты, что ты не полностью там раскрылся, потому что тебя использовали узковато? Опять же, я не считаю, что это я не раскрылся, потому что использовали узковато. Мое время придет, и оно на подходе. Считаю, что я развиваюсь, с каждым годом становлюсь умнее, и все-таки не у всех получается приехать в первый год и я не знаю, покорить НХЛ, да, сделать что-то, это единицы, это ребята, которые действительно как легенды, да, но к чему свое время, опять же, придет время и наберу очки. Не скажу, что это из-за того, что Монреаль меня как-то узко использовал, я в последний год играл больше 20 минут, у меня среднее игровое время. Опять же, просто, во-первых, уровень другой, это нельзя сравнивать НХЛ и молодежный чемпионат мира, это совершенно разные уровни. Опять же, адаптация, да, 2 года прошло, согласен, но все еще впереди, и развитие идет. И... А когда пришел Сан-Луи, резко поменялось в команде все, потому что то же самое Кофилд, он... совершенно иначе начал играть. То есть он, может быть, больше стал доверять молодым или что там изменилось? Нет такого, что он больше стал доверять молодым. Просто сама концепция вообще, ну, мышление, сама концепция игры, она вообще поменялась. Совершенно другое было. У нас и тренировки, мы вообще на тренировках, все тренировки у нас были в игровой форме, то есть 2 в 1, 3 в 2, там, играли на тренировках больше, занимались больше техникой, давал он больше выходных, мы играли без боязни ошибиться. Я не знаю, просто когда приходит новый человек, ты все равно стараешься доказать и ему, и самому себе, и всей организации, что ты способен играть при нем, что твое время пришло, вот-вот, давайте, в таком духе. А, Рустам? Да. Саш, ну вот в России ты больше все-таки запомнился как такой талантливый молодой защитник, учитывая, что и 2 молодежи чемпионата мира ты был одним из лучших. Вот еще раз, может быть, как раз хотел спросить, в чем тебе нужно прибавить, чтобы раскрыться именно во взрослом хоккее? И можешь, пожалуйста, сравнить как раз вот эту игру, что в континентальной хоккейной лиге и с национальной хоккейной лиги? Какие тут нюансы интересные, может быть, ты подметил? Ну, что касается, чего мне не хватает, это уверенности игры с шайбой и, ну, больше, наверное, рук, да, там, скилла, там, и так далее. Я считаю, ну, конечно, умственно добавлять это, естественно, куда, где правильно открыться, где правильно отдать и так далее. Этого не хватает, это видно по очкам, да, но, опять же, я над этим работаю, я это развиваю, и я считаю, что, я говорю, мое время придет, и я покажу свой уровень. Вот, но что касается разницы между НХЛ и КХЛ, ну, разница в том, что быстрее мышление, выше скилл. И, ну, не знаю, тяжело прям конкретную разницу. Ну, уровень игроков выше в НХЛ. И в добавление как раз хотел спросить. ЦСКА, насколько помню, скажем, Никита Нестеров так
шпынял тебя порой, там, там, может быть, был твоим каким-то, не знаю, как дядька там, который... А в Монреале был ли такой человек, который тебе там по-дружески что-то говорил, там наставлял тебя? Ну, шпынял, это, конечно, сказано как-то неправильно. Это, он просто помогал мне во всем. Это был как старший товарищ, который подсказывал много. Вот. С которым я и сейчас на связи. А что касается Монреаля, ну, тот же Ши Вебер, но, опять же, это только лишь советы, какие-то наставления. Как тут правильно действовать? Как тут, ну, это все... такое. А, Даниил. Саша, опять же, хотелось продолжение вот этой темы. Знаешь, у тебя довольно лаконичное было вливание и в КХЛ, да, там, когда тебе было 18, и потом в НХЛ, то есть очень хорошо, лаконично зашел, сразу ярко, привлек к себе внимание много. Вот что бы ты посоветовал молодым ребятам, да, у которых вот впереди или которые сейчас переходят там, например, из МХЛ в КХЛ, то есть вот какие советы ты бы дал? Ну, наверное, чтобы самое первое, не стеснялись играть, играли свою игру. Я не знаю, чтобы у них не было каких-то авторитетов, там, кого бы они там, я не знаю, перед кем бы они боялись ошибиться, сделать что-то не так, просто надо выходить, делать свое дело, не стесняться со спортивной наглостью. Ну, вот и все. А какие были у тебя, вот ты помнишь, проблемы, как ты их решал? Так, если навскидку, опять же. Ну, опять же, были какие проблемы? Были проблемы в том, что менялся резко уровень, то есть из МХЛ сразу же в КХЛ, из КХЛ там в НХЛ, и уровень повышался, да, и я не знаю, проблемы были, наверное, только в том, что адаптация шла. Как бы у меня не было такого, что я там, не знаю, боялся там лишний раз там что-то сделать, там шайбу не передерживал, там ее выкидывал. Старался играть жестко. Ну, жесткая игра вообще всегда уверенности придает, там кому-нибудь там дал, и катаешься там, ну, спокойно, у тебя нет мандража такого. Главное не мандражировать, я думаю, это в первую очередь. Отлично, ребят, по последнему кругу пойдем. Андрей, пожалуйста. Да, прошу прощения. Считаю, два вопроса задам сразу же. Первый, вот ты говоришь про то, что надо не иметь авторитетов, да, и не бояться никого. А вот сам вот по своему опыту вспомни, пожалуйста, вот кто из игроков, ну, команд соперника, соответственно, из атакующих, например, кто тебе запомнился вот таким, которым, против которого было сложнее всего играть. И второй вопрос. Ты еще говорил про тренировки, да, в Монреале, и я вот вспомнил историю с Пакетом. Расскажи, пожалуйста, что там произошло, вот, и как у тебя, в принципе, навыки ведения боя рукопашного? Так, что там первое было после... Первое против кого у тебя сложнее всего играть? А, против кого тяжело. Но тут очень тяжело, так сказать, здесь нет человека. Ты... Против первых звеньев, против первых двух троек всегда, конечно, тяжелее играть. Это... То есть здесь даже тренер выпускает, допустим, первые две пары выходят только под первые две тройки. Вот, поэтому тяжело сказать, на самом деле такой уровень, что любой игрок может сделать, может гол создать. Ты будешь расслабленно кататься там против, настраиваться на одного, расслабленно кататься против другого, ну так он забьет, и ничего хорошего из этого не выйдет. Тут дело в том, что ты, когда выходишь на лед, не надо... думать, о, там передо мной там кто-то, там, какой-то там МакДэвид, там, а на другого выходить, а сейчас откатаю спокойно. Должен быть сосредоточен и играть ровно всю игру. То есть у тебя не должен быть волн, ты должен сыграть вот, четенько. Вот, а с Пакетом, да ничего, там просто мы играли, и, во-первых, тогда еще и сезон шел, не поймешь как, мы все проигрывали, там, нервы на пределе,
Ну, он там неудачно вошел со мной в контакт, упал, ему это не понравилось, там, что, я не знаю, что, я отступать я особо не отступаю. Там. Да там особо драки-то не было, это, господи, это все как потолкались, да все, да и разошлись. Павел Усенков. Да, два вопроса у меня напоследок задам. Во-первых, твое впечатление от игры Islanders, когда ты играл против них, видел со стороны, потому что они в последние годы, когда выходили два раза в финал конференции, за счет того, что выдающимся образом играли в защите, пропускали меньше всего шайб, вратари брали Дженнингс с трофи. Вот. В чем был их секрет? Почему они так были хороши в защите? На самом деле они были не только в защите хороши, у них вообще команда очень слаженно играла, и они такие жесткие были. Я помню, мы там приехали, мы, кстати, ту игру, по-моему, выиграли даже в прошлом году у них, но, опять же, это была первая игра против Islanders, они вышли, прям побежали на наших защитников, на нас побежали, начали просто бить, лупить, там, мне навернули, Кофилду навернули, там, мы в обратку начали бить, но они такие, команда довольно жесткая, и ими, типа, не расслабишься. Вот что-что, так вот с ними, правда, не расслабишься. Есть команды, которые играют довольно вальяжно, там, а эти забрасывали, били, то есть там боялся голову лишний раз опустить на самом деле. Такая жесткая команда была в прошлом году. Я даже удивлен, что они в плей-офф не попали. Ну, хотя против них очень тяжело было играть. Очень тяжело. Я писал «Динамо» золотых времен при Олеге Знарке, когда все четыре пятерки бежали, били и брали два кубка Гагарина подряд. Да, ну в то же время, на самом деле, были эти довольно техничные игроки, там, первая, вторая, тройка, это же вообще там, ну, мастера тоже. Ну, опять же, команда-то слажена вообще идеально. То есть и оборона, и атака, и вратарская линия. Ну, что-то не получилось в прошлом году, получится в следующем, дай бог. Да, и напоследок спрошу, что тебе писали болельщики, когда тебя обменяли? Потому что Бучневич рассказывал, когда его обменяли в Сент-Луис, он говорил, там ему шквал был в личку сообщений, нам очень жалко с тобой расставаться, ты очень хороший человек, потому что оказалось, что это был очень неожиданный обмен со стороны. И показалось, что это может быть на какой-то волне, что там начали как-то иначе к русским относиться, что-то еще. Что тебе писали болельщики после обмена? Ну, это точно не из-за того, что, наверное, к русским там какое-то отношение, это 100%. Это лишь мне потом и Кент Хьюз писал генеральным менеджером, объяснил, почему так. Ну, им нужен был второй центр, если посудить, кого менять второго центра, если у них на подходе еще несколько молодых защитников. Так что там, ну, там довольно-то все просто логично. Вот. Что касается... Что касается... Ну, что они писали в личку, люди тебе? Что писали в личку, на самом деле у меня, ну, я не знаю, я, конечно, мало кому ответил, там, потому что просто, ну, там не то, что просто много сообщений, там просто завал, я не знаю, у меня только в комментариях 1500 сообщений, 1500, а в личке, ну, просто... кошмар, очень много. И все пишут, что да, очень жалко расставаться. Да мне пацаны из команды, все же ходили, те, кто были в Монреале, все ходили на драфт на этот и вживую видели, они просто охренели тоже. Так что, на самом деле, ну, неожиданно для всех. И, ну, спасибо, что так пишут, конечно. Это очень приятно. Значит, что, ну, значит, запомнился чем-то, значит, да. Оставил свой след. Да. Так, последние у нас два человека, и мы заканчиваем. Даниил, и после этого Дмитрий. Я так понимаю, больше вопросов нет, правильно? Да. Все, отлично. Даниил, слово. А у меня как раз для концовки подходящий вопрос. Я думаю, коллеги не дадут соврать. А вот беседы с тобой, интервью всегда получаются такими прям-таки дружескими, приятно общаться, то есть всегда интересно. Вот какие бы ты дал, опять-таки, советы молодым ребятам, вот как быть похожим на Александра Романова, чтобы вот с прессой все удавалось? Не, ну прежде всего не надо быть ни на кого похожим. Это просто, это, наверное, я так со всеми нормально общаюсь. Нет никаких там ни врагов, ни соперников там и так далее. Но просто я не знаю, наверное, все благодаря воспитанию родителей. Я довольно-таки считаю, что я
простой парень, и который ко всем как бы одинаково относится. Мне без разницы, там передо мной, там, не знаю, грецкий или там, игрок ниже его статуса, или обычный человек, не хоккеист. Там, мне без разницы, я общаюсь со всеми довольно-таки, мне кажется, приятно. А вообще, насколько ты считаешь, стоит ли вот там в подростковом возрасте, я имею в виду до 18, да, когда ты еще становишься хоккеистом там, или в молодежке, закрываться от СМИ абсолютно, то есть быть таким закрытым? Закрываться от СМИ, ну, опять же, кто, кого, я не считаю, что это единицы, кого там в молодежке СМИ прямо обсуждают и я не знаю, заваливают вопросами бесконечно, это единицы, но кто сейчас, там, Мечков, там, кто-то еще, но таких же ребят немного, если они действительно выдающиеся, почему нет, вообще, пускай общаются, это же неплохо, просто звездиться не надо, это опять же, это психология. Зачем, если тебя, там, я не знаю, считают хорошим, зачем, там, я не знаю, корону на себя одевать, правильно, это же не надо. Так делать. И вдогонку тоже по коммуникации. Как ты подбираешь стиль одежды, потому что у тебя всегда очень часто на тебя обращают внимание. То есть это чисто вкусовщина или ты еще там какие-то посылы стараешься делать? О боже, я на самом деле уже давным-давно себе ничего не покупал. Давным-давно. Вот это мне вообще майки, которые на мне можете увидеть, это вообще это все покупает мне жена моя любимая. Вообще все. Я уже давным-давно по магазинам не ходил, потому что нету времени, да на самом деле желания тоже совершенно нет. Так что это жена подарила. Все вот эти майки, все вот это все она покупает. Так что... Такие дела. У нее вкус хороший. С ней надо интервью по этому поводу взять. Так, и последний у нас Дмитрий. Да, Саша, я правильно понимаю, что ты все межсезонье провел там, за океаном, и в Россию приезжал? Не, неправильно. Я приезжал в Россию на несколько дней, и мы отдохнули хорошенько, приехали в Россию, побыли тут, потом опять поехали, мы там были в Майами, сейчас в Нью-Йорке. Вот, нет, я приезжал. У вас уже спрашивали про деда, да, и поздравили вы его с должностью в Акбарсе, может, обсуждали, чем он там будет заниматься? Ну, поздравил, конечно, всегда приятно, что сейчас он возвращается, но вернулся там в клуб, неважно на какой должности, все равно он будет помогать, он будет наставлять. Мне кажется, это пойдет и клубу на пользу, и ему интересно в то же время. Это самое главное. Спасибо. Ребят, спасибо большое за ваше время. Саш, спасибо. Всем хорошего вечера, спокойной ночи. Спасибо, удачи в карьере. Удачи в карьере. Спасибо огромное. Спасибо.